Два человека, одна из которых 19-летняя беременная девушка, пострадали в результате крупной аварии на перекрестке улиц Чистопольская и Нигматуллина. Там столкнулись две «Лады» – «Калина» и «Лада 14-й модели. По предварительной версии, причиной всему стал выезд одной из машин на перекресток на красный свет. Но ни один водитель в нарушении правил не сознался. Алина Бережная продолжит. У меня есть ушиб ребра. Несмотря на полученные травмы, мужчина отказался от госпитализации, куда серьезнее досталось его беременной жене. После аварии ее оперативно увезли в больницу с подозрением на травму шейного позвонка. Позднее медики диагностировали у 19-летней девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Вину за это мужчина возлагает на водителя «Лады Калины», который, по его мнению, нарушил правила дорожного движения. Я ехал со стороны улицы Нигматуллина в сторону Чистопольска, по сторону Амирхана по Чистопольску. Ехал на свой зеленый светофор. А водитель «Калины» проехал на красный. Мою машину развернуло на 360 градусов. Второй участник аварии с таким мнением не согласен. Напротив, винил во всем владельца 14-й. Молодой человек не получил серьезных травм, но находился в состоянии эмоционального шока. Он заявлял, что не нарушал правила дорожного движения и двигался на разрешающий сигнал светофора. Да, вот с этой стороны хотел повернуть на Чистопольский. Я ехал на зеленый, соответственно, он, значит, выезжал на красный. В этом споре хозяин 14-й обнаружил любопытную деталь. По его версии, у второго водителя был видеорегистратор, но момент столкновения на него почему-то не попал. Начали смотреть, вот, он стер запись, потому что этой записи вообще не существует, ее нет. До дороги вот это до есть этой запись, дороги, а вот, после дороги до нету. Моста есть эта запись, а после моста уже у него запись исчезла. Момент столкновения исчез, считаете? Да. Да. Приехавшие на место происшествия автоинспекторы предположили, что на красный проехал именно водитель 14-й. Учитывая, что момент ДТП не зафиксировал ни видеорегистратор, ни камеры видеонаблюдения. Участники аварии ищут свидетелей этого столкновения. Разбор аварии им еще предстоит. Алина Бережная, Айрат Назипов, Азат Самигулин, вызов 112.